Уже больше года продолжаются выступления против строительства мусорного полигона на Шиесе. Президент Путин пообещал учесть мнение жителей Архангельской области, и это мнение известно. 95% против строительства. Но что стоит их мнение, когда затронуты интересы уважаемых и влиятельных людей? Все это время власть натравливает на лагерь чоповцев и полицию, фабрикует против политических активистов уголовные дела и распространяет клевету в интернете. И они думают, что все рассосется само собой. Мы говорим нет. Русский север не выгребная яма для отходов Москвы, русский север сакрален. Русский народ не быдло и не шелупонь, и он достоин полноценного диалога с властью. Наши требования – расследование дел мусорной мафии и привлечение виновных к уголовной ответственности и прекращение строительства мусорного полигона. И сегодня мы передаем наш подарок губернатору Орлову через представительство президента по северо-западу, куда входит Архангельская область. Я думаю, ни для кого не секрет, что наш народ меткий на прозвище прозвал губернатора мусорным орлом. Ну, какое прозвище, такой подарок. Шиес, мы с тобой. Партия «Другая Россия».